увидев зависшего. Артём, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни, это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь, правда? Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам, пусть поспит немного. Идем, братка. Там разговор есть. Эй, золотые руки, ты идти тоже подтягивайся. Да, сейчас иду. Ну, скажи, что случилось, Настёна? Кто тебя видел? Никто. А чего же ты плачешь? Я боюсь. Боишься? Что случилось? Вот, кашель у меня. Друг, как у тети Ани. Да что ты, Настенька. Ты ведь газом не дышала. Это просто простуда. Это мы мигом вылечим. А тетю Аню? И ее вылечим. Лекарство найдем, и она сразу пойдет на поправку. Правда? Честное слово, так что не волнуйся. Хорошо, не буду. Спартанцы слово всегда держат. Мне мама рассказала. Так и есть, Настя. Так и есть. Оля, это Алёша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Мы осмотрели плотину и водохранилище. Вам нужно уходить как можно скорее. Как минимум, пока не начались дожди. Плотина еле держится. И если ее прорвет, всю долину смоет, а что останется, превратится в мертвые земли. Так что уходите завтра же, а лучше вчера. Договорись с остальными девчонками и поставьте вопрос на совете. Тогда даже пираты никуда не денутся. Только оставь мне весточку, чтоб знал, на какой край света за тобой отправляться, когда вернусь. Засим вынужден откланяться, как минимум, до завтра. Оревуар. Хоть бы услышал. Все-таки в церковь идти. Хотя, это же Олька. Ее сам черт не остановит. Не то, что табу дурацкое. Артём, не волнуйся, все будет окей. Аня сильная.
как? Она. Давай. У нас новости. Нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, садись, братка. Одной больше. Непростой разговор будет, похоже. Снимок на Новосибирском мы сначала посчитали испорченным. Так, я что здесь? По описанию, зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами,
Зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как и в Москве. Это чем же туда стрельнули? Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно радиоактивно. Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по очереди. Мы все пойдем. Товарищ, так неправильно. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни ему. На крайнем городе большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? А, точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полковник, я по костюму. Да, что там с ними? Комплектных получилось собрать, только два. Видишь, как раз на нас с Артемом. Против судьбы не попрешь. Помогут? Ну как? Понятно, от пыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Ясно. Усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у Ермака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего, мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Все равно мало. Лучше, чем ничего. Не волнуйся, прорвемся. Я еще в машине кабину свинцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступаю. Есть, товарищ полковник. Средство называется Ренерган-Ф. И ее оно просто поразило. А мама ведь настоящим врачом была, не то что я. Катя, поверь, твоя мама тобой бы гордилась. Спасибо, Алеш. Я так надеялась, что справлюсь. Но у Ани, похоже, очень неудачно все совпало. Газ этот на мосту завода сильно выдохся. Но его хватило, чтобы запустить разрушительный процесс. Конечно, мои надежды на воздух и долину. Это было наивно. Но ведь из долины, в конце концов, тоже. Да, воздух, вода и лес. Все это там есть, конечно. Но, увы, ненадолго. Жалко. Народ там неплохой. Думаю, мы с ними нашли бы общий язык. С плотиной так все плохо? Да. Хотя даже если плотина еще долго простоит, почти треть долины уже загажена радиацией. На дне водохранилища за годы собралась вся дрянь, выпавшая выше по течению, и просачивается потихоньку с водой. Ну а если плотина не выдержит, хоть бы послушалась моего совета. Послушались. Любишь ее?
Да. Если это судьба, ты ее снова встретишь. Обязательно. Так, пойду я Аню проведу. Конечно! Передавай привет! Обстановка на
вашего отсутствия происшествий не было. Прием. Подполковник Хлебников, ответьте базе. Прием. Папа, пожалуйста, ответь. Альха, я сосна. Дежурить на приеме не могу. Связь кончаю. Следующий сеанс связи по расписанию. Прием. Папа, вернись, пожалуйста. Прием. Альха, я сосна. Конец связи. Артём, знаешь, все-таки не по-товарищески это. Вам с полковником самое интересное, а нам скучища какая-то. Вот пошли бы все вместе, и в полчаса бы нашли то, что надо. А так вы там вдвоем будете черти сколько копаться. Но ничего, мы в Академгородке быстро разберемся и к вам. Хотя, с тобой никакого веселья, небось, не получится. Как на мосту было. Ну, красота же! Стреляй, как в тире! Нет, миндальничал с сектантами этими. Ну, в любом случае, если что, вы только вызовите. Мы мигом. В общем, послушай, был у меня ТТ, безотказная машинка. Один раз только подвел. Броники, в которых еще шевелиться можно, в лед пробивал. Но вот всего 8 патронов в магазине. И вот 9-го патрона мне как раз не хватило. Бандюки семью мучили, я не выдержал. Ни разу не промахнулся, всех положил. А на последнего урода не хватило. Когда ребята из ордена появились, я уже и не знал, жив ли, нет ли. Решил, что ангелы по мою душу. Так вот, знаешь, я к чему? Нас сейчас больше, чем у меня патронов тогда. Мы справимся. И вы у меня будете в свинце до бровей пыхтеть, но справитесь.
жить решил? Это дело. Я не помню, рассказывал ли, нет ли... Ну, каких людей встречать приходился. И что, чем оно дальше, тем хороших меньше. Ну так вот, ты, а что я, братка, думаю? Не тех встречал еще. А теперь с тобой да остальные ребят не наш не смекают, что хорошие просто вместе собрались. Вон князь той же. Все хрохорится, как всех врагов постреляет. А сам, как вы с ним на мост ходили, мракобесов этих берег, даже Силантия стрелять не стал. А этого супчика и я сомневаюсь, что пожалел. Вот и выходит, что как есть он добрая душа. Да. Или Дамир. Всю жизнь домой попасть не смог. Как приехал, а там девушка интересная. Барона этого мы опять же скорнули. Ну, что надо еще? Пойдете с нами до какого места приличного, да оставайтесь жить в свое удовольствие. Нет, остался за свободу народа. Золото, конечно. Алёша вот тот. Я думал, не путем будет пожить. А нет, нашел-таки любовь, представляешь? Ну, ты ж тогда и оставайся с ней. Нет, за тебя с Аней переживает крепко. С нами поехал. Да куда? На Сибиряку. Когда еще к Ольге своей воротиться? Ну вот, так я в чем это все? Раз с тобой, братка, да с полковником такие люди, значит, и дело наше право. И беду любую одолеем. Точно? Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню.